Где искать правду? Как защитить себя в суде? Что делать, если нарушают ваши права на рабочем месте? Как возместить ущерб, причиненный преступлением? Куда обращаться, если не соблюдается законодательство в сфере ЖКХ? Вы имеете право знать. Щелковское телевидение совместно с городской прокуратурой представляют новый проект. Смотрите по понедельникам, четвергам и субботам в 19:45.